Хочу маленький. Ай, как вкусно. Да что ж там за внизу? Сука, просил уже не косячить. Мразь, ну не дай же бог, там что-то устроил ты. Да чтоб тебе желудок через жопу порвали. Это ты? У меня уже глюки от недосыпа. Да что ты себе позволяешь, подвыебок конченый? Ах ты, деложопый, совсем рымсы попутал? Понадеялась, а он насрал мне тут. Вот поймаю его, и так хорошо от на века запомнит. Перхоть под ух, я его растерзаю к чертям. Жрать навсегда перехочет. Да что же это такое, а? Тут этот пиздюк. Том, спасай меня, иначе хрен ты молока получишь. Слышишь, сволота? Томас, если у тебя не хватает яиц, чтобы расправиться с мышью, то на кой хуй ты мне вообще сдался? Вроде бы и вопрос говно, а ты обосрался и пиздюлей еще получил. Позор же! Васька! Парень, полегче, а то у старухи и мужика уж давно не было. Ребята, я думаю, что вы будете хорошо дружить. У Тома опыта, да он и старый уже. В общем, короче, пошла я пилотку мыть, да спать буду. Рыжий, только не подглядывай. Скотина? Ты что там делаешь? Томас, ты решил отметить пенсию? Да зачем ты мне такой нужен? Я сам его выкину. Да что же за блядство вы тут развели? Вася! Томас! Дай ему хороших пиздюлей! Выкинь этого пи***. Мой милый, я крепко накосячила. Ты прости ебать старую. Вот тебе Магарыч за все. Ту Люсю. Устала, будто рота еба. Но теперь хоть хата пидорашна, как у кота яйца. Эй, обмудок! Какого хера ты тут все испачкал в гусином дерьме? Жопу поднял! А теперь пидорь все до блеска, как было! Так, я пошла на блядки. Если тут будет насрано хоть где-нибудь, то я отдам тебя в клуб зоофилов. Ты уловил? И говно вытри! Ебать, устяни, сука! Блять! Пиздец! Гандон шерстяной! Тебе, гнида вонючая! Да, блять, вы чё, охуели? Что тут происходит? Ах ты, сука, блять! Тварь косматая, ты шо, блядь, сделал, а? Красота. Где мои цацки? Ага. И главное... отсюда, блядь! Блядь, в будку, сука, пойдешь мне, на улице, блядь, жить будешь! Пидорас, блядь! Ой, блядь, трусы сползли. Шлюхой-то оно может и не очень работать. Зато денежка есть дома всегда. Котик, я скоро вернусь. Бордель, старые пёзды, слушаю. Какую девочку вам предложить? У меня дома туса? Вы серьезно? Вот же ёбаные коты! Ты пи***! А ну стой! Вот сука такая, а? И денег не заработала. И этот урод чуть хату мне не разъебал. Вообще никакого покоя нету. Надоело все. Отдохнуть бы теперь. Включу-ка я Бузову лучше. Спать бы пора. Будильничек заведу на завтра. Ёб! Что это за хуйня такая-то творится, а? Холодильники жопу навели. А мой торт на днюху? Я чем гостей кормить-то должна? Два кота дома, а? И завела. Говорил этим долбоебам ее поймать. Ребята, а я смотрю, время зря не теряли. В доме ёбыш, блядь, орудует. А вас двое. Один из вас приносит мне мышь, и я оставляю его дома. Ох, надеюсь, эти ублюдки справились. Ага. Ох, старуху на ночь гоняют, идиоты. Бабка. Ну, суки, иди на из дома. И ты иди на. Чё, сука, приглашение надо. Шел на отсюда. Ну ладно, ладно.